Всем привет! Вот купил себе сварочную маску, одну из самых недорогих, хамелеонов китайскую. То есть вот это вот все меня так достало, что у меня просто канал без мата, поэтому я не могу точно выразить свою точку зрения, насколько они меня достали, вот эти вот маски. Вот. Короче, взял, кстати, также себе электроды, вот такие, что сильно их расхваливали там продавцы в эпицентре. Ну и сварочные рукавицы, потому что старые уже попротирались, и последний раз вообще руки пообжигал. Так, обычная дешевая маска Форте, или Форте, как она правильно. Начал в интернете читать отзывы про эти маски, то есть там, если посчитать, какие уже маски подойдут под мои запросы, то там уже больше 1000 пойдут цены. Ну, короче, решил не париться, взял, узнал, что тут принцип у всех масок одинаковый, просто там другие функции добавляются немного. Ну, то есть меня, как, в принципе, я же не профессионально варю, не каждый день. Сейчас варю на вес, то нужна маска нормальная. Вот, а так, в принципе, под мои нужды должно хватить и этой. Вот такая маска обычная, недорогая. Там что-то 319 гривен, по-моему, я отдал. Можно было найти дешевле, но не хотел я уже ездить, искать, в интернете заказывать. Надо было быстрее, потому что вчера варил и болели. Резали глаза на вечер, хотя ни одного зайца не поймал. Варил в этой маске. Вот, ну посмотрим, как будет вот это. Ну и про результаты потом расскажу. Итак, сняли защитные пленки. Включаем. Ну, поставим там на максимум затемнение, чувствительность на полную и время задержки выключения самое длинное. Посмотрим, как будет на солнце. Вот, на солнце она, получается, мигает, а если продолжать смотреть на солнце, то опять слепит. Не знаю, или это так и должно быть. Может быть, при сварке она будет затемнять полностью момент сварки. Не знаю, попадает в камеру или нет. Ну, сейчас проверим еще, как она будет, когда варить. Так, ну что я могу сказать по этой маске, то если в целом, то покупкой доволен. Маска работает нормально, в отличие от солнца. Если направить на солнце, то она открывает фильтр, то во время того, как работает сварка, то стекло все время, смотровое окно все время затемнено. Вот, единственный минус пока обнаружил, это то, что запотевает смотровое окно, потому что, соответственно, я маску одел и все время в ней хожу. А в обычной, то я ее все время поднимал, опускал. Вот. Ну, в принципе, это минус небольшой. Запотевшее оно где-то между стекол, там, наверное, под вот этим вот пластиковым верхним стеклом. Вот. Но все равно через него все видно нормально. Вот. Самым большим плюсом есть то, что не надо постоянно дергать, открывать, закрывать, смотреть, что там получается. То есть все автоматически освободилась вторая рука, что очень удобно, я могу спокойно что-нибудь придержать. Довольно таки удобные настройки здесь, можно приближать, отдалять светофильтр этот к глазам, саму маску. Вот есть настройка
Ну, в принципе, это стандартные настройки под любую голову. Тут можно уменьшить и увеличить размер. И нормально крепится, нормально фиксируется, поднимается, опускается. Вот, то есть, в принципе, покупкой пока полностью доволен за свои деньги. Нормальная маска. Итак, поработал я в этой маске где-то часа полтора. Вот как она у нас выглядит. То есть, в принципе, даже окален нигде не попала на стекло. Только чуть-чуть запылилась. Работает она отлично. Тут даже, в принципе, не знаю, видно будет или нет, почти не запотевает уже. То есть я просто чуть-чуть меньше к подбородку ее приблизил. Ну, то есть немного отодвинул и все. Потому что когда уже аж притык так была, так она, получается, больше запотевала. Сейчас эта проблема, в принципе, пропала. Ну и по поводу электродов тоже можно пару слов сказать. Вот такие у нас электроды. Вот такой шов получается. Очень удобная в маске регулировки, хорошо все фиксируется. Ну, в общем, покупка, я доволен. Своих денег она однозначно стоит. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.